Представляем вашему вниманию коляску 2 в 1 Тевтония BUV3, предназначенную для детей от рождения до 3 лет весом до 15 кг. Перед вами модель 2015 года, которая получила новые цвета шасси, новые колеса, новые накладки на ручку и дополнительный ручной тормоз. Путешествие первым классом. Универсальная коляска на все случаи жизни. Рама BU2015 доступна в трех цветах. Титаниум, графит и перл. У моделей 2015 года два вида колес. Это колеса 3, представленные на нашей коляске, и колеса 7. Дополнительный ручной тормоз зависит от модификации модели. Варианты обивки. Ткань, водоотталкивающая, устойчивая к пятнам и защищающая от ультрафиолета 50+, по австралийскому стандарту. Эко-кожа. Просто чистить, легко ухаживать. Одна из главных функциональных особенностей данной модели – это перекидная ручка. Теперь не нужно переставлять прогулочный блок, чтобы изменить направление взгляда ребенка. Достаточно перекинуть ручку при помощи фиксаторов. Вот так. Таким образом, мы получаем большие передние колеса и более проходимую коляску, что удобно при езде по неровным дорогам. Итак, начнем с люльки. Люлька предназначена для детей от рождения до 6-8 месяцев, в зависимости от веса и времени года. В этом возрасте ребенку очень важно лежать на твердой и ровной поверхности для правильного развития спины. Наша люлька имеет жесткий каркас, она достаточно широкая, 37 см, и длинная, 75 см. Большой капюшон защищает от ультрафиолетового излучения и непогоды, имеет вентилируемую вставку и удобную ручку для переноса с мягкой накладкой. Ручка центрирована, то есть центр тяжести остается на месте. Капюшон можно убрать при помощи боковой кнопки. Вот таким образом. Накидка на люльку защищает малыша от ветра и непогоды. Ее можно закрыть при помощи пуговиц или убрать совсем. Внутри люльки вы найдете матрасик с чехлом. Чехол матрасика съемный. Его можно снять и постирать. Внутренняя обивка люльки также съемная. Ее можно снять и почистить. Чтобы снять люльку с шасси, нажмите на зеленые фиксаторы, затем на серые и снимите люльку. Обратите внимание, люльку можно установить как лицом к маме, так и лицом к окружающему миру. Давайте посмотрим, как использовать коляску с прогулочным блоком. Прогулочное сиденье предназначено для детей от 6 месяцев. Большой водонепроницаемый капюшон защищает от ультрафиолетового излучения 50+, по австралийскому стандарту. Легко регулируется одной рукой, раскладывается до бампера, имеет большой козырек. Заднюю часть капюшона можно отстегнуть. Получим летний вариант с москитной сеткой и тентом от солнца. Обращаем ваше внимание. Модели 2015 года в цветах серии 50 также укомплектованы дополнительным солнцезащитным козырьком. На моделях 2015 года в цветах серии 51, 52 и 49-00 дополнительный козырек отсутствует. Пятиточечные ремни безопасности с мягкими накладками регулируются по высоте и длине в зависимости от роста ребенка. Их легко расстегнуть маме, но малыш не сможет сделать это самостоятельно. Защитный съемный бампер обтянут тканью. Имеет разделитель для ног. Он нисколько не помешает посадке малыша в коляску. Просто отведите бампер в сторону при помощи боковой клавиши, усадите малыша и верните бампер в исходное положение. Подножка регулируется в трех положениях при помощи сервофиксатора. Вот таким образом. Наклон спинки регулируется в четырех положениях до полностью горизонтального при помощи серого рычага сзади. Вот таким образом. Универсальная накидка подходит как для люльки, так и для прогулочного блока. Просто расстегните молнию снизу и закрепите накидку при помощи пуговиц. Прогулочное сиденье снимается с шасси аналогично люльке при помощи серых и зеленых фиксаторов. Обратите внимание, сиденье реверсивное. До 10 месяцев лучше усадить малыша лицом к маме, а после – лицом к окружающему миру. Сумка для мамы – удобная функциональная вещь. Она уже входит в комплект. Сумку можно нести в руке или на плече, или повесить на раму коляски при помощи кнопок. Давайте посмотрим, что есть внутри. Небольшая косметичка, пеленальный матрасик, термос для бутылочки и множество отделений для подгузников и разных мелочей. Размер сумки можно увеличить вот таким образом. Обратите внимание, модели сумок могут отличаться у разных моделей колясок.
Новые колеса 3 сделаны из цельной резины, устойчивы к проколам. Легкая езда и высокий комфорт. Коляска маневрена благодаря передним поворотным колесам с блокировкой. Чтобы заблокировать колесо, поверните серый фиксатор в положение замок. Если вы едете по неровной поверхности, например, песок или снег, колеса лучше зафиксировать. Колеса данной коляски легко съемны. Чтобы снять задние, нажмите на фиксатор по центру колеса. Передние – на металлический фиксатор на колесе. Внизу мы видим вместительную корзину для покупок. Максимальная нагрузка на корзину – 5 кг. Обновленные накладки на ручку. Максимальный комфорт и высокое качество. Мелкозернистая поверхность с идеально встроенной контрастной строчкой. Устойчива к ультрафиолетовому излучению. Не трескается, легко чистится. На ручке расположен тормоз. Коляску легко снять с тормоза или поставить на тормоз. Дополнительный ручной тормоз зависит от модификации модели. Ширина рамы Тевтония BU 62 см. Сложить раму очень легко. Перекиньте ручку вперед. Потяните верхние фиксаторы на себя и сложите раму. Имеется фиксатор от раскладывания. Чтобы разложить раму, ослабьте этот фиксатор и потяните ручку наверх. Вот и все. В комплект Тевтония BU V3 входит шасси с колесами, люлька с капюшоном и матрасиком, прогулочный блок с капюшоном и бампером, универсальная накидка, сумка для мамы, муфта для рук, москитная сетка, дождевик и инструкция. На шасси Тевтония BU V3 можно установить автокресло группы 0+ при помощи адаптера Тевтония Тарио, Макси Коси или Ремер.